админы, сервер админы, Шеврон, ничего не помогает. Спасибо. Азуни, перезайди, попробуй, просто перезайди. А он ушел в другое место. Есть. Азуник, перезайди, просто TeamSpeak. А, да, зайди. Что, ты меня сбил кто-то на машине, блядь. Опа. Выключи а его. И... Жужжит Азуник, я не чувствую. Чувак. Так. Репит, если ты помнишь, это та жуткая миссия. Я помню это говно. Характеристика верная. Предлагаю не тут чисто просто прорвать это нахрен. Проедем, не проедем. Согласен? 8 часов. Сколько? 3 техники, да, у нас? 8 утра, мы, короче, это ее забираем. О, гранат. Угу. То есть нам 2 MTVR надо минимум доставить в зеленый квадрат. Угу. Из американского флага в зеленый квадрат. Что думаешь? Ну, Паш, ты что думаешь? Как хотел? Я хотел просто проехать. Я понимаю, а где? Тут 2 моста и 1 брод. Они все будут контролироваться инфосотка. Сколько у нас МТВРов? 3. Угу. На, ну, брод поганое место. Мне чем он не нравится, угу. Я сейчас сразу скажу. Просто медленно. Да? Угу. Северный мост мы уже пробовали. А вот самый южный мы не пробовали еще ни разу. Который Роя? Да. Роя. Долго, длинно, но не пробовали. Вот это вот сейчас что показывает? Надо, короче, на севере движуху создать, а потом быстро проехать на юге. Вернее, одновременно поехать на север и на юг в машинке. А может просто разделиться? Ну что, 3 транспорта? Никаких. Да, грузовики поедут на юг. А, скажем так, у нас сколько? 2 хамбика, да? Или нет? Страйкер. Нет, это старая информация, там, обманка. Там. Страйкера не будет, что ли? 3, нет, не будет. У нас не будет страйкера? Нет, у нас брифинг не поменяли, нам Картадио аудиторию не поменял. А вместо страйкера что будет? Эти городские хамбики М2. Боже. А у противника. А, с гробами на крыше? А у них БТР, да? Да? А у них. Нет, у них УАЗ, несколько УАЗов даже. А слоты командирского и мехвода зачем тогда? Не знаю, просто старая. Да, да, да. Их менять тогда нет? Да не надо, господи, там дальность такая, что без разницы. Ну, окей. А можно еще, знаете, что сделать? Можно, короче, переплыть. Вброд, да, переплыть пехотой и с другой стороны обеспечить безопасность переезда. Почистить зону, да? Да. Брод? Ну, можно. Так, база у нас флажками отмечена, да? Ну, вообще, где угодно можно такое сделать. Слушайте, я... Да, да. Я, в принципе, с этой идеей очень даже согласен. Ну, все по центру, наверное. Вот здесь можно переплыть хорошо. Так, сейчас можно слот махнуть? Да. Так. Там? Блин. Это очень далеко, или ты хочешь именно рею, на рее проходить? Ну да. Зачистить там и потом провести уже колонну. В принципе, да, пройти... Так. Надо, хотя так надо не так, надо проходить. Да по берегу пройти незаметно вообще будет абсолютно.
В рейде, кстати, с тыла, с юга в городе, вообще там открытая местность, склон вниз идет. С юга? Да. Ну, они ну, вот именно там их и не будет, да, вряд ли они там будут. Они либо в самом городе в рейде будут, либо на склонах где-то вдалеке дышака стоит. Они будут, да, ждать нас. Есть восточная высотка, ведь, на востоке от рейда, с которой видно весь город этот. Ну, угу. Там, во-первых, очень далеко. Что у нас по времени, да, посмотрим? Что по времени? 70 там минут. 70 минут, вообще ни о чем. Да. А, я тогда предлагаю сделать две группы зачистки с юга пройти, да, Каром. Вот. И, естественно, где-то с, не знаю, там как дальность. Так вот. Я это понял. И у нас, по-моему, то ли 3, то ли 4 этих хамбика. Я вот что хочу предложить. Выделить хотя бы по одному человеку. О, то есть два человека, которые займут эти два хамбика. Просто кататься будут, пересаживаться на стрелка. Они поедут сначала на мост. На севера? Север, на север. Там постреляют из зоны. Создадут, скажем так, видимость. Да, в принципе, не видимость, а просто зону обстрелять там. Да, обстреляют и пойдут смещаться в сторону брода. Ну, это или тогда на газ, там, на газ-стейшн где-то выезжать, получается. Да, да. Ну, пусть определятся, откуда что. Могут вообще, в принципе, не смещаться в сторону брода, а остаться там, постреливать, создавать видимость. У нас задача сейчас, смотри, какая. Зайти незаметно стащить в воду. Стащить силу туда, да. Незаметно в воду зайти. Вот в чем дело. Как это сделать? Пешком, может, при такой заливе. Если возле берега залечь в воду. Да еще до берега надо дойти незаметно. Да. По рельефу, допустим, вот так вот пройти. Там зеленка, а ты учти, что много деревьев. Достаточно кустов. И дальность прорисовки не позволяет пехоту. Технику видно будет, пехоту очень плохо. У меня метки сломались. Бывает. Ну, как-то и так. Да. Хотя можно даже ближе попробовать. Какое отделение займется отвлечением? Какое отделение пойдет основной группой? Да я не знаю, мы с собой Банзай Флайер вы можете... Вы как хотите, зарашить или поотвлекать? Да ничего скажете, то и сделаем. Хорошо. Паша, а есть смысл в отвлекании? Ну, чисто объективно, сколько раз они стягивали силы на... Вообще ни разу. Ну, ни поэтому разу есть ли это смысл вообще? Нет, вообще нет. Ну, может быть, и не будем тогда. Попробуем да, такую да, тактику. Да. Тогда так, да. Зато противник может проявить, узнаем, где он стреляет. Да они везде нас, будут, там сидеть, понимаешь, РПГшник. Они сядут в газстейшн, и ты вроде как бы их... И к броду они быстро стянутся с этой стороны, и наверх вообще ты мимо них по сути практически не проедешь. То есть... У них основное преимущество в том, что им даже шевелиться не надо. В куст сел с РПГ, и сидишь, жди, когда на тебя попрут грузовики. Все. Даже вообще не шевелись. А где то есть они по одному человеку? У нас грузовики пока ждать-то будут. Может быть, подвезем их ближе? Их максимум вот бежак. Да, мест... бежак, да. Думаю, вроде держать. Вообще, кто-нибудь был в этом районе? Как там, хоть и водой? Где переправа будет? Да, да. Вот, знаешь, есть такие места, где можно вообще... Нет, здесь нельзя проехать, нет, здесь все. Хитро, там даже в бороду можно неудачно проехать и машину оставить. Через брод на легковушке не проехать. Нет, там можно, там просто очень это. Чуть-чуть в сторону возьмешь, по-моему. Особенно последняя перемычка. Обратно заехать. Но не суть. Отвлекать смысла я, вот, честно говоря, не вижу. И побутить. Но мы лучше познать, что эти хаммеры оставим вот здесь. Вот. Он подъедет на иксовую метку на юго-западе всей вот этой юго-востоке.
И с юга на Рею дальше. Не вижу. Ну там крестик, крестик. У границы карты. Не вижу. Ну сейчас, сейчас сдам. Так, сейчас я посмотрю. Да, понял. Восклицательный знак, да? Ну нет, наверное, я сейчас перебью. Там, чтобы за высотой его оставить. И оттуда уже пешком, да, выходить. Они же там, в принципе, особо-то и не нужны. Да, они... Ну, на край можно... Одна... На край человек, который будет грузовик сопровождать, нас... привезет и у уедет. Нас, да. У нас МТВ-арки. Один из них МТВ-ар с амуницией, который перезаряжает. Мы можем даже один хамвик взять вообще, который будет огневую поддержку делать, и его перезаряжать, и все. Он бесконечный у нас БК. Какая сводка погоды видишь? Да, большая здесь такая, где-то трёшка. На километра 3, да. Там написано 3. Меня знаешь, что Паш волнует вообще во всех планах по поводу брода? Смотри, они же не могут пересекать зеленую линию. Ну вот, вот этот вот Мишара, городок посередине, они спокойно будут, могут сесть, могут в крайних домах, там в мечети, и стрелять просто по дороге. Там особо ничего не сделаешь. А мы туда а не едем? Уедем... Мы же через Восток. Да. Мы не едем туда, нам ничего не надо там делать. Если там нас не будет, то вопрос закрыт. Пусть сидят. Даже хорошо, если все туда приедут, сядут, и все. Так, КВшки надо написать. Я бы даже вот западную группу немножко разделил. Если там 4 человека пойдет туда, было бы хорошо. 2 снизу, 2 сверху. Там пустыня голая. Пустыня не пойдет. Ну, пустыня голая, там и тебя видно, и ты, в принципе, видишь. Они на юг очень вряд ли. Там из домиков постреляют. Через окна. Так, давай ты поставишь метки, какая-то группа будет, верхняя, какая нижняя, чтобы вот сразу было понятно, как мы на этом, на мосту делали, на бридж баф, чтобы людям все понятно было. Да, у нас сколько людей? Браво Чарли есть. Браво Чарли самый... Чарли у нас вообще, по-моему, там обгрызанная с 2-3. Да, там я человека. А сколько у нас людей вообще? 2 человека. Я... Ну, Браво тогда пусть будет... С этими с... группа 3, группа 4. В Дельте Чарли. В Дельте 4 человека. Вот может 3. Дельту 4 там, по-моему. Там флайеры. 3. 3, да? Дельта вообще. Экипаж машины. А, и... То есть нам надо группу из 4 человек. Да. Пустить на как бы запад. Ну вот пусть соберут Ворон, Айви, Варен. Банзай, Флайер, вот она одна группа и будет единая. Вот они пусть переправляются. Переправляются юг или север? Смотри, так. Если удачно переправимся через речку, давай дальше нужно по дороге, не по дороге, можно ехать? Можно, можно. Главное доставить группу. Главное переправить, да, грузовики через мост, а дальше хоть там через пустыню, срезая по прямой. Главное доехать. Так, да, это еще основной вопрос, кто грузовики-то повезет? Да я повезу один грузовик, возьму. Репит, второй. Все, так, добровольцы все закончились? Так, итак, вы все-таки решили, вы юг, да, берете? Ага. Это кто? Север кто берет? Это, которая Дельта. Ну, ясно. С Чарли. А Браво, значит, будет... Буду там будет жарко. Браво, это будет, скорее всего, север тогда переправляться. То есть у нас будет две группы, север и юг. Да. Это позывные, чтобы не... Ну там у нас чики-брюки еще в фокстроте сидят. Чё? Слушай, может перейдем в другое отделение? Да, я так и сделал уже. Мы вдвоем сидим на эхо. И может первая пехота же, да, пойдет, а потом будут страховать... Машины никого страховать не будут, по сути. Скорее всего, пехота будет работать, зачистку производить автономно. Чики-брюки может взять. Видимость хамик, хорошая, видишь, и обстреливать, там... прикрывать эти грузовики хамик. Хорошо, можно сделать эдак. Хамиком немножко высунуться.
будет, когда наши переправятся и займут, и займут позиции там в районе 300 метров, 400 от точки. Давайте так, север-юг доложит, когда приблизительно, то есть когда переправятся, доложат, и когда подойдут метров на 400 до Реи, то есть до поражающей, да, понятно, тоже докладывайте, типа, на месте там или еще как-нибудь, внятно, и обязательно ответ надо, чтобы, чтобы вас услышали, получить. Надо, если там... Кто штурмует, трубы или сразу отстреливали по строениям, или вообще выкидывали, потому что... Не надо, подожди. Нам нужно сделать так. Вы займете позиции скрытно и будете сидеть и ждать, чтобы что-то видеть в рейле. Вот. Вы нам доложите, то есть на местах, когда будете. Мы, возможно, хамвик какой-нибудь прогоним, чуть-чуть прокатим его, чтобы черти эти... Просто один хамвик. Постреляем, может быть, издалека, чисто так, пристрелочно. Лучше, чтобы, да, чтобы они, может быть, высунулись. Начали чего-то там делать. Вот. Опять же, один хамвик, они могут подумать, что мы их обманываем. Да, хотя, знаешь, как, вот, допустим, мы идем, допустим, если ничего, значит ничего. Если что-то случится, бой, хамвик выставить на высокую дальнюю позицию, и чтобы он уже видел, бой же идет, он уже будет падать по противнику. Ваша задача, даже увидев противника, возможно, сразу не стрелять. Нам нужно выйти. Здесь пустыня. Так, давайте, короче, с брифингом уже заканчивать. Там уже на стриме брифинг уже пошел. Да. Давайте. Готовы, да? Да. За как переправитесь за 400 метров до Рэй, докладывайтесь. Трекер. О, это старая версия. Понял. Опа, что такое? Дойду в сторонку, а то может взрываться начнет. Паша, это антураж что ли так? Не знаю. А со страйкером что делать? Ну, вместо хамика берем, наверное. Паша говорил, не будет страйкера, не будет. Это старая версия. Развел. Действительно, Сдоник мне писал. Я беру страйкер. Ты вообще что ли, мы слоты занимали, ну ладно. Давайте отсюда свалим, что-то мне страшно. Прописано все. Не отображается ничего. Ты какая группа? А, Чарли, я. Тут вижу. Ну там только Дельта и Браво. Вообще только Дельта вижу. Может побольше дымов брать? На ДВ. Да, на ДВ. Они здесь вряд ли пригодятся, дальность большая. Ну, 108 у меня выделение. Наверное, у всех 108 выделение. Принял. Разом все кинут. Ну, редко работает. Так, господа, трубы, наверное, возьмем хотя бы немножко, потому что ибо у них будут БТРки, скорее всего. А скажите мне, зачем у меня МКА с ГПХами, а ГПХ нету нигде? В ящике в большом 20 штук кумулятивных. Все взяли трубы. Трубы надо брать ребятам, которые спецназ юг-север. Давай проверка, это страйкер, и сама добежишь. Это репит, слышно, со страйкер падает, да. А я кто? Ожидай пока, не надо брать. В принципе, со всеми полный день. Спецназ трубу возьмите, там возможно столкновение с БТРом. Короче, я в МТР-ку пошел садиться, если что. Да, ну подгоняйте, давай. А может разрешите страйкеру быстро на север смотаться, там пострелять и быстро свалить? Ну, выстрел или стрельба? Ну, или взрывы там... Давай. Да.
Репит там у тебя запрыгнуло. СМ2 умеешь стрелять? Да ну у нас, по идее, это мы как будто бы без страйкера играем, поэтому да, в принципе, я думаю, можно. Стоп, минутку. Я так понял, старая версия, значит, у них БТРка тоже есть. Ара. Паш, у них же получается БТРка тоже есть. Да, я же сказал. Ара, блядь. Ну, хорошо, давай попробуем. Страйкер, аккуратно постреляй, вали оттуда. Очень издалека так. Заглуши машину. Она вообще включена. Понятно. Я говорю, регулировку прицела надо провести. Не знаю. Паш, первую, да, берешь? Да. С интерграмма стрелял. Хорошо, я ну, и вторую возьму. Тогда. Ну-ка, подожди, с пассажирной сетью посмотрим. Ты куда садись? Пехотка, эти, в хамбики грузитесь, которые заняты. Не, нормально все. Господа провожающие, начинаем погрузку. Давайте, поехали. Та группа, которая с севера идет, давайте грузитесь. Ну, что? Как мясо едем просто. Груз 200. А какова роль хамчиков? Доехать до зоны. Какой хамик садится? А северная, ну, наверное, я не знаю, там кто у нас северных. Группа Юг на связи. Группа Юг на связи. Последний хамик Нугу едет, если что, так что лучше не садитесь. Группа Юг, прием. Ты, по-моему, в КВ говоришь. Я в ДВ говорю. Блин, сейчас ладно, на крике стоит, наверное. Флайер, Бонзай, вы еще живы? Да, на связи. Ара. Что со мной? С едете, да? Хорошо. Да, все нормально. Ара, что со мной? Группа Юг с вами Иви и еще кто-то, да? Ара, что со мной? Да. Нет, на ДМ. Ты сидишь. Странно, где они? Паш, ты северный группа сейчас? Я сейчас общался с Фаером Бонзаем, это группа Юг, которую они должны были переправляться. Почему-то они не взяли Иви и еще кто-то с ним должен был быть. Разбериха пошел. Блять, опять вот такое ощущение, все у кипых пиздили, ни хрена не настроил фразы. Мне просто стрелять надо будет в них снаряд, да? Понял. А у тебя КВшкой ты говоришь, или у тебя ДВшка есть нормально? Нет, у меня коротковолновый я настроил. А, ну они укатили, наверное, они уже не могут с тобой связаться. Я тебе могу ДВшку дать, у меня же ДВшка. Да хрен с ним, свяжись с ними, скажи, чтобы я им там маршрут нарисовал, а то они по самому верху поедут и запалятся, если по дороге. Так, вам это там южный нарисовал группы. Репит там маршрут, там, южный там самая горелая дорога, как на ладошке. Ты только еще подтверждение от них, подожди, что они поняли. Вы поняли? А так, я думаю, опять отвалились, что ли? Фаер, Бонзай? Да, нормально. Понял, хорошо. Что, поехали? Репит, поехали или мы стоим сейчас ждем?
Ребят, какая частота уже? У меня 108. Паша, у меня антигибрид вылетел. СТС вообще. Понятно. Парень, ты там сидишь? Наверное, смерть или? О, кто-то говорит, отлично. Глухой или что? Стет, блядь. В этот хаммер не садитесь, блядь. Это, блядь, тупо прикрытие. У меня что-то вообще не выхожу. Ты даже выйти не можешь? Да. Вылезла? Блин, что с техникой какая-то бага не задела. Я вам тоже не пошел. Не, пошел. Не может это вообще. Да. И что делать? Сейчас. Выпрыгнулся. Влево, вправо. Это, блядь, что такое? В каком джипе? О, ребята, приехали, блядь. Наконец. А чё наконец-то? Спалили машину. Ну, одна взорвалась. Как она сгорела? Миномёт попал. Пиздец вообще. Отъезжайте, отъезжайте. Машину вылезите. Вперёд. Все, это самое, СТС. Ара, слышишь меня? Да, были проблемы. Поехали, все, едем на мост. На... Подождите, кто-нибудь, сядьте, пожалуйста, страйкер. Встречаемся перед Гурт. Одну секунду, машину сяду, сейчас какой-нибудь заправщик, не могу сесть. Хамик последний, обожди. А, у нас один хам, девушка доступна, что ли, все? А, ну все, значит. Тебя еду, еду, короче, к северному мосту, к южному, вернее. Кто встречаемся остался? Там. Ребята, кто остался на базе? Кого не убило? Интересно найти этого партизана, который оттуда вышел. Аудиторию. Ну, как-то непонятно. Тупо разброс, что ли, сделал? Типа, хватит, не наверное, понятно. Да. Видео, если залип, вот видно, она как-то странно так это дергалась. Пару раз
не может из-за этого. Я вылез оттуда и убежал, там от него рвалась. Она как, знаешь, как ее сзади, ну, спереди, в мою сторону, ее сзади стоял. Назад, ее спереди, назад, просто толкал. Вот так у меня два раза она дернула, и все. Да, похоже, возможно, что-то залагало так. Еще лагает парк автомобилей. Зай, фарк, как у вас дела? Ой, плохая свет. Заметки груз. Прием. Нам что там? Нам дальше ехать. Хаммером налево поворачивать на перекрестке. Нет, все собираемся. Есть... Давайте все соберемся на месте. На точке грузовики. Да, да, все соберемся на одном месте. А, все, грузовик. Я пока выдвинусь к городу, посмотрю с холма. С группой Юг есть связь? Да, они вроде как есть. Банзай, Фуэр, вы возвращаетесь? Связи нет. Паш, у нас с севером есть что-нибудь связь? А, я не знаю, где эта группа север даже. А, прием, кто на связи из группы север-юг есть? Сейчас я поднимусь на гору. Она хреново бьет, хреново бьет. Я сейчас в низине, тем более еще нахожусь. Сейчас на гору залезу. Я хотел как раз тоже это сделать. Так, страйкер, пьем. У нас страйкера нету случайно теплака? Я в страйкере, только я не потерялся. Понял, банзай, фаер, пьем. На связь. Где вас сносит? Нет связи с ними нету. Как понял, придет? Да я понял, да. Пойдем на передовую города, на южный край, сходим. Ну я уже на южном холме стою, следующий сейчас поднимусь, как раз город буду смотреть. Хаммики и грузовики пока не стоит подтягивать. С
запада зеленка и другой берег видно. Можно тут могут оттуда пострелять. Ну, я, конечно, огорчен. У меня есть подозрение, что есть смысл тупо рашить. Весь план обосрался. Тупо из-за отсутствия связи. Да. Машины, впереди два хаммера и расчищают. Сейчас посмотрим, что там нас ждет в городе. Какие там позиции. Может, они сбегают сейчас там. Можно будет засветиться. Выкатить хаммерки и пострелять. Вижу, Беттер. Сам это южный, да? Он прям в поле стоит. Вижу, вижу на высоточке, на высоте. На светлой лысине, да? Да. 220 от города. Дал метку. Ну, я считаю, здесь прорываться безумие. Надо другое место искать. Брод там или еще что-то. Или подойти к нему, в жопу зайти, с РПГ-хи зарядить. А галочку эту? Чё? А он там флайер уже галочку какую-то поставил, красный. Так он и брод палит. Сейчас я паузу. Не, ну нам надо этого, попробуй крикнуть, как там с тобой бронетехнику. Флайер с этим, с бонзаем? Ну так, кто там на бронетехнике, дай ему цель указания и все, пускай они вообще рачат. Флайер, бонзай, вы видели метку на бета? Слышь, плохо, вас видно. Понял, метку дал на бета, метку дал. Ну отлично. Так, да, наш страйкер подъехал. А, страйкера все еще нет. Наш страйкер отстал, мы не знаем, где он находится. Они походу он... в этого ушли на север. Заблудился, он заблудился. Я сейчас тут хожу по горам, пытаюсь пойти найти, чтобы посмотреть город, чтобы меня Беттер не смысли. А я вижу город. Иди ко мне. Моя, с моей метки практически много видать. Можно на капюшон залезть. Я там близко хочу подойти. Издалека плохо, затрясываются люди. Бинокль есть у кого-нибудь, кто возле грузовиков? У меня есть бинокль. Вы ревизию труп проведите. Сколько у нас труп на руках сейчас есть с нами? Ну, в грузовике есть 3 штуки. А у меня 2 трубы. Понятно. Что я так понял, нам придется сейчас резко формировать группу ударную и посылать в обход, палить этот беттер и город чистить. Thank you.
На первый взгляд в городе чисто. Кроме БТР, что-то не еще не вижу. Вопрос на засыпку. Мы из М2 можем сложить доники? Мы из М2 можем БТРу колеса выбить, и он никуда не уедет. Только в него попасть надо на километрах в полтора. Но... Да. А домики нет. Только простреливать. Ну вот из города из этого можно домики простреливать. Там видно прям очень много домов. Ну, может это и сделано? Там бетер, я думаю, сагрится махом. Очень открыто, относительно открыто. Можно по бетеру, по колесам. По мне... Спалили меня. Причем со стороны берега где-то долбит. Да, живую, по мне, да, удобят еще из города. Ну, я ДШК видел трассы примерно, только могу. Меточку можешь дать примерно? Да. Я вот хочу просто пока по мне долбят, чтобы вы это посмотрели все. Значит, сейчас западный край города, юго-западный, наблюдал пехотинцы. Вот примерно там. А был с трубой. Не слышу. Не слышу, блин. Что-то там какой-то помех, я слышал, Рупит? Нет, у меня же это... Нет, я не слышал. Слушай, если я на свою позицию хамик подгоню, отсюда пошугаю, как бы... Ну, можно попробовать, только что нам это даст? Ну, по зданиям, так, Хамвик, видишь мою позицию? Через город, валя заборы, подгребай. Можно, стой, Рупит, а можно попробовать эту позицию с твоей, если возможно, как раз позицию ДШК накрыть? Ну, вот сюда надо что-то стреляющее, снайпер какой-нибудь, или лучше техника. Ветер, кстати, слабый. Угу. Там GPS, это, у кого есть, направляйте хамик с пушкой, чтобы подъезжал аккуратненько. Главное не разрушить вот эти передние стены. Она прикрывает вот этого БТР-ки. По мне стреляются. Давай. Чек. Короче, мы тут потерялись, идем по синей метке. Слышишь? ДШК проехала в сторону города, ближайшее здание. Страйкер. Да, 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 правильно, понял, слышу, слышу. Страйкер Банзая, скоро будем в точке грузовиков. Вот, это Вилла. Принял. Скоро будем у вас. Давайте, давайте, у нас тут бетер, у нас тут пехота, ДШК на берегу где-то метка стоит на него. ДШК маркировал приблизительно район. Приблизительно район, да. Их надо, что-то у меня пить стыд. Нет, мы пока стоим. Я тут бегаю, кулики собираю. Ну вообще-то сюда не могут враги приехать. Чё-то это у меня опять маркеры не работают. О, Страйкер поехал в сторону меметки Хамера. Вероятно, это за это группа поддержки. Вероятно, группа поддержки. Да, понял, понял. Мне нужен, это Рупит говорит, хаммер. Вижу, наблюдаю пех с гранатометом. Вот где моя метка синяя есть. Например. Бери чувака, с который собирался врашить, и вот он может выехать. Кто там, чики-брики или кто? Есть у нас машина М2. Езжайте.
На свободном два. Ну, ребят, бля, к твоей точке. Командир группы-то. Чики, возьми с собой, Чики, возьми с собой какого-нибудь этого там, стрелка или водителя, приезжайте к репикам, давай, куда ехать? Полно не надо, вот точка репит, подъезжайте, понял. Именно прямо через город, пробивайте. Смотрите, чтобы Беттер вас не наблюдал, тут можно так, за улом забор я смогу снести. Сейчас я вас провожу, стойте на месте. Да мы же подъезжаем. Да-да, заворачивай, заворачивай. Вали, вали забор, который по правую сторону. На метке груз. Что-то не особо валит. Я могу кинуть на своей позиции дым, чтобы они на него отвлеклись. Сделать? Просто страйкер тут куда ставить. Это со скоростью надо. В общем, репит, когда надо будет сделаем. Репит. Да, Паш, повтори, пожалуйста. Дым кинуть, но отвлечь на себя дыма. Да не надо. Там никого нет, давай. Левее заворачивай, кто там едет на телеге большой. На страйкере по правую сторону разбомбите этот. По-моему, могу. А, это страйкеры наш долбит. Хорошо. По бетеру. Бейте, молодцы. Кто-то вышел. Они пересели на водила. Двое, один вышел. Как понял, страйкер. Я не успею работать буду. Он, по-моему, сел опять. Блин, кто-нибудь из наших по беттеру может сейчас отработать? Там чувак пересел, за беттер спрятался. Можно вообще беттер сейчас скрыть матом. Поддержите наш страйкер. Страйкер, в вашу сторону движется из города. У вас ДШК. Из города у вас ДШК едет в вашу сторону. Как поняли? Репит. Репит на связи, могу стрелять из этого страйкера. Репит, мы залезли. Да, приняли про вас. Понял. Ну чуть-чуть проедьте вперед. В городе, у вас, да, он сместился, он стоит, скорее всего, на вас навелся, наводится. Репит. Да, проедьте чуть вперед, чтобы было видно эту. Ну мы видим, там пеху бегают. Ну, работайте. Работай. А дальность можно как-то у страйкера на страйкере? Скажите. Там же через колесо, по-моему, настраивается. А, я понял, табом, по-моему. Может, табом, да. Кусты перед мостом обработайте. Тоже не забудьте.
моя, наша, наш. Что за идиот это был? Чё у вас там? Брюс Фокс, понятно. Паша, ты чё, в этом, в страйкере был? Я? Нет, я был в поле, делал разведку. По мне отработали свои. А, то есть кто ты перестрелял, вас не мог, солнце. Эх. Играем. Вот это неожиданно было, это чё ещё? Чё там, ГПшка взорвалась? Да, ГПшка взорвалась, да? Чё-то побольше ГПшки явно. Не, это хаммер мой рванул. Ой, хаммер, УАЗик. А какой УАЗик там? Снаряд прилетел, это чё за херня сейчас? Не-не-не, УАЗик, боезапас. УАЗик, да, карл. Да ёп, господи, вы не знаете, чё говорите. Это страйкер может бомбануть. В смысле, а чё меня взорвало? А, это третий сутки, я даже не третий. Чего? Это что? Это чё, триггеры? Ну, может, в триггере были. По идее это был. Танские дома из навоза сделаны, блядь. Дома из навоза, да. Да, Паша. Прости, пожалуйста. Прайс. Я спокоен. Че нас взорвало-то? Че нас взорвало? Там не было ни того, ничего не нет. Это такое ощущение, понимаете, блин. Метров 50 еще были. Угу. А он взял, сработал. Меня сразу же убило нахрен. Чтоб потом меня в следующий раз не убивали, на карту смотрите сначала, меточку я на себя всегда ставлю. Паша, у меня GPS был открыт. Вот прям где дым, бля, это я лежал. А вот где сейчас заряд взорвался, там триггер только начинается. Да в триггер что ли поумирали все? Где помирали? Сука, триггер! Тупо. Триггер? Да. Триггера. Вот видишь? А вы на бетере заехали в триггер? Да, а смотри, где мы труп, Паша. Мы не в триггере, в том-то и фигня. Там метров 30, даже зеленый. Там еще минут, да, метров 30. Так, слышишь? Здесь в армии предсказываемое да, движение. Это уже боялся. Считают, что ты еще там. А мы стояли. Я пополз да. Этого... Она, она думала, что вы ехали. Я пополз этого человечка лутать, и меня тоже пиздануло, бля. А меня первого пиздануло. Ты че забываешь? Так вот, я пополз тебя лутать, когда бэха взорвалась. Понял, да. А ты, кстати, это... Бэха-то не двигалась же, да? Нет, она стояла. Я стою, пытаюсь бэху полутать, она бац, и загорелась, блядь. И взрыв там дальше. Так это вообще... Я говорю, в армии предсказание движения есть. То есть, сервер лагает, когда он считает, что там еще вы движетесь. То есть, от вас идет координата, разрыв соединения, какой-то там лаг. А сервер думает, что вы еще движетесь, а на самом деле вы стоите. И он это всем посылает. И, следовательно, на всех бумкает, и потом к вам прилетает. Вот по такого-то получается. Триггеры они вот плавающие. Надо вот это подальше, не знаю, сделать или поуже. Ну, видимо, за триггером надо за зоной делать зеленую. То есть она вот зеленая зона. Да, или делать. Так сделать лучше. Ну или наполовину я хотя бы. Да, арма. Ну тут вообще можно сделать на самом деле триггер отталкивающий, хотя техника 100 км в час можно преодолеть. Да, надо не сделать. Сделать как у неваляхи там было. По-хитрому вроде варианта. А, так, черный экран. Когда на тебя арс-снаряд предупреждение? К Питеру страйкер едет. А что делают эти ИФ, которые отделение? Аутируют. Да. Они снимаются, отлично. Пока доедут, уже всех перебьют. Где? Сейчас
Солдоник приедет, сгорит. Вообще город сейчас можно голыми руками брать. Ох, Спитер выстрелил, все. Убил хорошо. Хороший выстрел. Спитер сам себя убил? Да. Спитер, слышишь? Так помни работу, фигня, сколько всего, чем делал ты чё? Вот я только страйкер не работал, всё. А ты струи убил, что? Да, все сдохли, ты что стал делать? Да. А ты что, не передал туда ПДВ? Я передавал ПДВ, лишь ПДВ выдвигайтесь на помощь, не знаю, там куда-то странно. Не, едут там. Ребятки, снимайте. Питер, ты не передал ПДВ, что мы сдохли все? Я всё, что мог передавал, что все сдохли. Я перед тем, как тоже взорвался в триггере, я слышал, как Поздоник искал всех. Солитарий. Не, он говорит солитарий. Ну что все сдохли? Ну, Аздоник говорил. Аздоник ни слова не сказал вообще. Может он в нашу поешь, блин. Наша поешь. Еще бы людей искать поешь, но ну, я же в поешь рацию не говорил, что мы сдохли. Кому говорить-то? Он еще ехал так неудобно, вот просто торчит кусочек маленький сверху. Ну ладно. Кусочек. Так все сдохли. Как все сдохли вообще? Как могли все сдохли? Да это просто трики. Поклад уже пропустил. Я не машину, 20 человек. Никому не переключусь. Трики подорвался. Или ты про чё? Да это вы до вас подорвали. Как на Дагестанцию. Блин, трики хватайте. Езжайте, что? Да, пусть стоят еще. Пусть да. Хочется. Сейчас склад, да. На дагестанскую свадьбу все на машинах едут. Так, по-моему, по репит опять. По группе репита свои опять дома. Кто если не свои? Пусть убивают. Нифиг стрелять. Это Игорёк опять долбит. А они что, с тепловизором что ли? Кто? Хотите стрекер? Да, ну людей мало. Наверное. Но вес поменьше человек там дебаку тебе включить. 8 человек было там, максимум 6. Я не понял, они вас... один СТВР взрывали, что ли? У меня нет, вроде все нормально. Вон у меня, о, снимается, отлично. Тут МТВР. Да я сразу сказал, что вы едете через меня. Аздоник, вот. А у вас какие-то бошки торчались, они... по скалам бегали бошки. А в другом месте стреляли, ну ладно. А почему какой-то Акбар... так тар какой-то? Без оружия вообще непонятно. А еще у меня вообще была РНР. У меня была РНР вообще. Аздоника включи, да, тут да. Этот чувак без оружия, это кто? Бот. Видимо. Это фасад, А третий кто? Кочегар. Не, фасад. Все, они затащат. А, Аздоник тоже, что ли, в этом отряде ротирует? Да. Они сейчас затащат. Они прям выйдут прям в лоб на колонну. Если, конечно, по дороге поеду. А они не по дороге едут. Давайте в триггер катите, прям в триггер. Куда они едут? Что вообще? Ну чё, географический херкетинизм? Да он, походу, хочет перехватить эту... Ну может она проедет, он в нее выстрелит. Тьфу, ублюдки, блядь. А мины на мосту есть? Нет. Не знаю вообще. Они хотят забраться, я не чтобы пройдись. Что они хотят сделать? Вообще мины были в старой версии, даже много. Питера, кто там тебя раскидал весь экипаж этого города? Кто мог? Прям Фанзайк. Страйкер. Аздоник, остановись, Аздоник. Смотрите, сейчас Аздоник бомбанет. Кочегар. Ой, как опасно. Ну, и резко отвернул. Так там плавающий триггер, думаешь, не? Ну это вот только разве так, что? Волна сосет сейчас, засосет. Они даже не увидят сейчас страйкеры или РТВ. Они заехали на горочку, типа мы сейчас издалека. А у страйкера сами по километрам, завтра. Так на этой ставке они сейчас дорогу будут пасти, как бы только вместе трое сколько. На дальности прорисовки хватит. Уехали бы еще за 3 километра. Ну хотя сейчас эти не сдаду, я вижу с такого расстояния.
Не, на повороте можно поймать страта рабочая. Пока их там трое. Прикрытие есть вроде какое-то. Перекрестки можно. Перекресток семьи, да, да вот. А, во, этот страйкер как это, как разведчика сейчас вышел, вот если попадут, и все. Еще попасть. Если не попадут, а у него дуло, смотри, как она. Надеюсь, еще... они дальномером уже замерили заранее, сколько там дистанция этой дороги. Да, они уже поехали. А эти кто едут? Во, едут, уже видеть должны, видите, должны. Не-не-не, не видно. Антиверка должна видеть была. Что и машинка едет, прям у нее по морде прям едет. Нет, там горы, не видно еще. Вот сейчас... Вот сейчас из-за, да бугор... есть. Из-за бугорка выйдут, видно будет. Должна же быть. Не-не-не, не видно, когда приписаешь. Блин, сядь. Да, он вышел. Вообще вперед подъехали чуть-чуть. Вот сейчас вижу, должно быть. О, видит. Ну, видел, да. А вот этот вроде страйкер не видит. О, он еще и остановился. Ой! Ну, прям... Это изи фраг должен быть. Попка, попка. Если он ой. Попадет. Ой. А он. А че, выстрелился вроде был, нет? Да, че промазал. Кривой. Сетка другая была, наверное, у него включена. Все ранены. Ой, я был под бомбом, он еще и пацанчики. Их там что-то армянская. Врачи в воздух целятся. Настоящий талибов будут сбивать мишку этой фигней. Там подмога, еще, кстати, еще идет. Своих сейчас не замечали. Да. Да, ты что, это же Аздони. О, разве они по дороге, слышите, да, а грузовики даже... зачем? Отряд самоубийц, блин. Они просто сейчас на полном ходу. Они сейчас, ну, вот смотрите, вот куда он смотрит. Он в небо смотрит. Просто страйкер словит. Прекрасное и... солнце сегодня. Изгорят. Ну, да, если им сейчас эти не сообщат, то Аздоники, то они ничего не сделают. Все, пиздец. Сейчас знаешь, пулемета будет стрелять. Сейчас да, еще один страйкер подтянется и хамик. Все, вообще заебись. И еще один. А у этих, у ИФов еще у них один. Есть чем-нибудь из РПГ, что-то не помню. Или СПГ. АГС, когда там? А, о, гляньте, да. едут. Сейчас будет, а, сейчас будет давай. Встреча. Ой, они еще в кучу ленте все стали, нормально. Да. Ой, красавцы, ой, вообще. Все. Победа однозначно. Доник затащили. Все вышли. И ушли от машины. Красавцы. Давайте пообщаемся, ребята. Они слышат, его должны. Они должны его слышать, но. Дагестанская свадьба. Офигеть. Не, вы представляете, там целая колонна на них прет, звук идет, а они еще что-то буля-лякают. Группируют сейчас. Тупо. А страйкер встал, все. Кранты. Страйкер сейчас два. Все. Мимо. Все. Достает РПГ на СПГ. Так, так. А не пойму, что РПГ не едут. Ну нафиг СПГ, зачем он? Там ТВР. Косы идет. Сейчас еще второй проможет. Я тебе отвечаю. СПГшник. ППшки. ППшки попали. Не попали. ППшки попали. Все. А вот и Хаймер. А Хаймер сейчас в спину всех насыпает. Глянь, глухие. Я ебал! Ну какой оттенок? Во-во-во! Даун, мы стали вместе, просто стояли как даун вместе. Слушайте, ой, дичь. Паша. Чё-чё-чё? Сорян. Давай. Грузовики-то проехали? Нет, 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 нет